Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю в тот же миг. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю в тот же миг. Маруся из Зазеркалья. Прыгучие ботинки к испытаниям готовы. А одна девочка допрыгнула до облаков и превратилась в одуванчик. Интересно, куда ты допрыгнешь, Маруся? Варюша, Мишутка, обедать! О, мамочкин пирог! Маруся, мы быстро! Только не прыгай без нас! Я быстренько. Один прыжочек. Варя не узнает. Маруся, из тебя тут что-то выпало. Ну, конечно. Эмма Карловна, у вас скотч есть? Маруся, возьмите на столе. Маруся. Надеюсь, ты помнишь, что обещала убраться в комнате. Жду через 5 минут. А, конечно, мам, я быстро. Да. Маруся, давай скорее. Эх, мяч, я так совсем не успею поиграть. Хочу быть сразу в 2 местах. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю. Всегда хотела сестру-близнеца. А я быть с тобой. Тогда пойдешь домой за меня убираться. Только никому не говори, что нас двое. А потом мы всех разыграем. Эмма Карловна, спасибо за скотч. Маруся, мне казалось, вы уже ушли. Пирог остался. Ну что, начнем испытание. Ой, второй ботинок не работает. Из него пружинка потерялась. Варя, не переживай, можно прыгать и на одной ножке. Давай, кто быстрее до подъезда? Ладно. Ботинок. Вот же он. Свалился. Надо закрепить застежку. Варя, Миша, а давайте в другую игру. Ух, Маруся, папа приготовил безе. Приглашаю всех на чай. Мамочка, я тут. Мы так не договаривались. Маруся, вы же только что зашли в... А что, вы тут одна? Хотите чаю?
Маруся, вы же только что сидели... Или нет? Мне нужно срочно прилечь. Эй, ты отобрала у меня маму и мой дом. Мяуч, отправь Марусю в зеркало. А? Мяуч, сделай так, чтобы... Маруся, я в темноте колдовать не умею. Отпусти. Мне тоже нужна мама. Она не твоя. Маруся. И... Маруся? Я так и знала. Сегодня с Марусей что-то не то. Почему тебя двое? Варя, ты хотела все успеть, и Мяуч вызвал мое отражение. А второе Марусе тут понравилось. Неправда, Варя, это она Маруся из зеркала. Свобода! Мяуч, верни другую Марусю в зеркало. Чуть-чуть, фурлы, исполняю. Мяу, я запутался. Какая из вас настоящая? Я! Маруся, вспомни о том, что знаешь только ты. Вот, Варя, я прыгала без тебя, и она отвалилась. Прости, пожалуйста. Спасибо, что призналась. Уже починила. Ура! Вот наша Маруся. Я сама тебя затолкаю в зеркало! Вы тоже видите? Две Маруси! Эй, Макаровна, это же зеркало! О, у меня весь день в глазах двоится. Надо проверить зрение. А вы слышали? Наш дворник мёл-мёл и смел целую улицу с лица земли. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю в тот же миг. Гость из мела. Что-то в животе мурчит, Миш. Дай огурчик куснуть. Больше нет. Вот до чего доводит человеческая жадность. Ой. А вы слышали? Одна девочка икала и икала и состарилась. Не хочу устареть. Миша, надо попить водички. Я знаю, знаю. Миша, набери воздуха и не дыши. А между прочим, в моей стране икоту лечат козявками единорогов. Не хочу козявки. Чтобы перестал икать, нужно Мишу искупать. Напугать! Не хочу пугаться! Ну все, остается только волшебство. Мяуч, давай избавим Мишу от икоты. Чуч, мяуч, фурлык, мурлык, исполняю в тот же миг. Ух ты, какой милашка! Ой, страшный монстр! Ой, Миша, слезай, он же добрый! Ты перестал икать? От страха я еще больше.
Мишутка, через 15 минут идем на скрипку. Сейчас, мамочка. Но я не могу. Мы уведем монстрика. Варя, у тебя есть что-нибудь вкусненькое? Ты когда-нибудь пробовал настоящую клубнику? И я не пробовал, но оставь мне тоже. Миша, иди! Монстрик ушел! Моя клубничка! Придумала! Монстрик, любишь прыгать в классике? Раз, два, утро! 3, 4, 5, приходи играть! Миша, гори! Покачаться хочешь? Ну давай! Ой! Смотрю, мне не страшно. Я перестал лыкать. Не перестал. Ой, меловая пыль. Ух ты! Ой! Ачи. Миша, скорее! Ачи. Мишутка, ты готов? Скрипка не любит опозданий. Иду, мамочка! И как мне выйти? Я на это страшилище смотреть не могу! Смотреть не можешь? Я сейчас. Мам, можно мне твои темные очки? Можно. Спасибо, мамуль. Миша, надень, и не будет так страшно. Спасибо. Ты правда не страшный. Ура, Миша, ты перестал лыкать. Как только перестал бояться. А как бы мне перестать чихать? И что нам делать с нашим новым другом? Смотрите, монстрик скучает по своим друзьям. Мяуч, надо вернуть его обратно. Чуч! Чуч! Мяу! Исполняю волшебник! Ой! Я побежал, пока! Маруся, давай нарисуем для монстриков домик. А у Мяуча хвостик покраснел. Может, это от клубнички? А услышали, один страус так испугался, что засунул голову в песок и подружился с кротом. Кошки-мышки. Ага, вот как. Варя, это правда. Эмма Карловна, колдунья. Маруся, колдуньи только в сказках бывают. А я слышал, что один мальчик пробрался к ней в магазин, и она превратила его в камень. Говорят, детям туда вообще нельзя.
Миша, мы не пойдем в магазин, как дети. Мы пойдем, как взрослые. О! Мам? То есть... Арина Сергеевна, а где ваша дочка Маруся? Маруся ушла по своим взрослым делам. Надеюсь, она помнит, что со двора уходить нельзя. Так, ведем себя как взрослые. Только осторожно. Ах ты, чучело-мяучело! И как следует подумать о своем поведении. Ой! Бедненький котик. Я не бедненький. Ты говорящий? Ой, так не бывает. Тут где-то есть кнопка. Он управляемый. Неуправляемый я. Я Мяуч. Единственный и неповторимый волшебных дел мастер. Мастер. Я Маруся, а это Миша и Варя. А что ты умеешь, Мяуч? Умею исполнять желания. Целых два в день. Целых два в день? Тогда я загадываю. Мяуч, мы хотим пробраться в магазин. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю толчками. У меня хвостик. Это что, лапки? Ого! Мы мыши! Желание исполнено. Заколдованный мальчик. Мыши, 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 мыши. Попалась мышка. А? Мыши, 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 мыши. Я знаю, что делать! Ау. Ой! Ура! Да что ж тут такое происходит? Мурлык, исполняю толчек! Ах ты, чучело-мяучело! Погляди, что ты натворил! Эмма Карловна, это не он, это я! И мы. Дети, что вы делаете в моем? А, это уже не важно. Я знаю, что делать. Раз мы в магазине, то будем себя вести как взрослые. Эмма Карловна, надеюсь, дети вам не помешали? Нисколько. Наоборот, помогли. Спасибо. Мама, я поняла. В
Взрослый – это тот, кто умеет за собой убираться. И кто не пропускает обед. Нам пора. Неужели вы думаете, я вас так просто отпущу? Ого! Маруся, а что же вам подарить? Кота! Мяуча, пожалуйста! Можно? Можно? Можно, мам? Можно? Маруся, думаю, ты достаточно взрослая и сможешь о нем заботиться. Ура! Заходите в гости. Слышали, в гараже у Сергея Петровича живет самый настоящий волк. Завтра посмотрим. Побег из клумбы. Эй! Эмма Карловна, а что это за цветы? Это очень редкие цветы. Я привезла их из Марокко. Называются драконий глаз. Скоро буду. Ага. О, да на дракона в глаза не видела. Маруся, мы вернулись. Давайте играть во фрисби. О. Чтобы я бегал за какой-то пустой тарелкой? Никогда. Цветочки. Мяуч, надо их быстрее оживить. Чуч, мяуч, мурлык, мурлык, исполняю в тот же миг. Как новенькие. Спасибо, мяуч. Опять твои фокусы, Мяуч. Не фокусы, а магия. Ой-ой-ой, что же я скажу Эмме Карловне? Скажи, что цветы сами сбежали обратно в Марокко. Лучше мы их поймаем. Значит, без волшебства цветы не поймать. Я лечу. Я прекрасная бабочка. Ой, что с Мяучем? Кажется, его загипнотизировали. Как же теперь собрать цветы? Я знаю, мы сделаем приманку. Я лечу. А я пока присмотрю за бабочкой. То есть за мяучем. Мам, дай водичку. Держи. Спасибо. Ну вот, ноги промочил. Теперь заболею. Да, план с водой провалился. Фу, лягушками пахнет. Мокрый кроссовок расколдовал Мяуча! Расколдовал? Откуда? Долгая история. Мяуч, миленький, сделай что-нибудь, чтобы успокоить цветы. Чуч, мяуч, хурлык, мурлык, исполняю в тот же миг.
Бабочка, как она нам поможет? Опять недовольны. Я сделал что-нибудь, как меня и просили. У меня есть идея получше. А? Солнце. Цветы не могут жить без солнца. Варя, ты гений! Карловна идет. Надо ее отвлечь. Вашей клумбой и наступила на цветы. Да, раньше цветы хорошо стояли, а теперь хорошо лежат. А что, если мы поможем им встать? Надеюсь, они скоро поправятся. Маруся, драконий глаз – самые живучие цветы на свете. О, а вы слышали про кактус? Одна девочка кормила его яблоками, и он превратился в ежика. Школа, прощай! Миша, выше, до самого неба! Маруся, не надо до неба! Маруся, пора в школу на подготовишке. Ах, школа. Там я научился вызывать духа подушки и прочищать драконьи уши от облаков. А какие там были кактусы на завтрак? Эх, вот это школа. Скорее бы тоже вырасти и с вами пойти. Еще успеешь, Миша. Это у Мяуча была волшебная школа. А наша самая обычная. Скучная. Ничего она не скучная, Маруся. Я вот очень хочу в первый класс. А я хочу, чтобы школы вообще никогда не было. Чуч-мяуч, хурлык-мурлык, исполняю толчки. Ну что за фокусы? Спасибо, Мяуч! Ура! Вы остаетесь! Ой! Нет винтиков. Кто эти качели собрал? Он явно в школе не учился. Ого! А вместо песочницы теперь картофельница. Хватит на целую картофельную крепость. Не кот, а слон. Я тут ни при чем. Оно само. Марусь, кажется, твоя мама что-то потеряла. В книжке. В книге можно найти мудрость, а вот что-то потерять, это надо постараться. Брысь, чучело-мяучело! От черных котов одни неприятности. Мама, ты чего? Это же наш Мяуч. Мяуч волшебный. И там, откуда я родом, черные коты самые везучие.
Вот, я же говорила, это кот спугнул солнце. О, еще скажите, что дождь вызвал. Странно, дождик начинается, а мама не зовет. Да, Марусь, побежали. Мам, пойдем, а то промокнем. Маруся, я никуда не пойду. Вдруг солнце вернется, увидит, что меня нет и больше никогда не появится. Мам, солнце – это звезда. Оно не может обидеться. Пойдем. Может, ее чем-то вкусным заманить, а? Мам, ну идем. А папа дома пирог яблочный испечет. Твой любимый. Мам, стой, там же бактерии. Никого тут нет. Не выдумывай, Маруся. Участвуете в конкурсе на самый нелепый костюм? У нас мама сломалась. Макароны из шнурков варит. А папа здоровается с пылесосом. Мяуч, что ты сделал с нашими родителями? Варя, да я их вообще сегодня не видел. О, в конкурсе нелепых костюмов появился победитель. Эмма Карловна, куда же вы в таком виде? След не зажигается, Маруся. Я поймаю его в кастрюлю. Да вы же так молнию поймаете. И заживу я. Мама говорит, играть с молнией опасно. Почему все взрослые резко поглупели, будто в школу? Никогда не ходили. Маруся, как они могли ходить? Школы-то не было. Мяуч, пусть все взрослые закончат школу, а наша будет интересно, как у тебя. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю толчками. Ничего не понимаю. Зачем мне абажур и кастрюля? Эмма Карловна, вы молнию ловили, чтобы свет зажечь. Маруся, что за опасные фантазии? Пойду за лампочкой. Дети, пора в школу. Скоро занятия начинаются. Ура! Ура! Учиться! Я провожу. Там горки и радуга. А вы слышали? Один мальчик досчитал до 1000 и превратился в калькулятор. Время вперед! Миша, ты слышал про заколдованный мяч? Один мальчик пнул его, а он цап и укусил за ногу. Держи, Миша. Фу, не кусается. Ребята, смотрите, что у меня есть. Ого! Сегодня идем на аттракционы. Мяуч, ты слышал? Аттракционы! Маруся, я ненадолго на работу. Эмма Карловна, присмотрите. Да-да, уже жду. Пока! Поиграем в магазине и сразу на аттракционы! Ой. Ой. Ой.
Маруся, можешь посидеть спокойно. Я бы с радостью мяу, но я не могу. Маруся! Давай поиграем, мяучки, живот. Сколько времени? 12. Без кукушки. Только 12? Хорошо бы время ускорить. Раз, и аттракционы. Маруся, так бывает только в сказках. Но, Варя, у нас есть мяуч волшебный. Мяуч, хочу, чтобы время шло быстрее. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю в том же миг. Не работает твое волшебство, мяуч. Варя, мое волшебство всегда работает. А почему же тогда время не ускорилось? Все такое быстрое! Ах ты, чучело-мяучело! Опять за свое! Я не чучело, а мяуч. Вы думали, я ничего не замечу? А я заметила, что вы скучаете. Вот вам игра. Пух. Вот тут чуть-чуть. Ничего себе! Уже 3 часа? Время летит так быстро! Для кого как, Маруся? Что? Я тебя замедлил, Маруся. И у тебя теперь время бежит. Мяуч! Я снова хочу быть быстрой! Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю толчок! Ура! Марусь, ты это... не сердишься на меня, м? Ну что ты, мяуч, я не успела рассердиться. Теперь давайте играть! Ой, а уже все. А вот и я. Ребята, будем в парке аттракционов через 30 минут, если поспешим. Мама, только не спешить. Я сегодня ускорила время и все пропустила. Ускорила время? Ну и ну, Маруся. Тогда, может, пойдем пешком?
чур самой длинной дорогой. Варя, ты слышала? Одна девочка залезла в дупло и превратилась в белку. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю в тот же миг. Невидимка. Раз, два, три, четыре, пять. Выхожу играть, выхожу искать. Ага, рекорд, Маруся. Сегодня я нашла тебя за 5 секунд. Я не Маруся, я единорог. Вылезай уже. Мяу. Ой, мяуч, это нечестно. Так высоко я бы тебя не нашла. Просто я умею прятаться. В отличие от некоторых. Ну вот, зря старался. Ладно, прячьтесь снова. И получше, а то скучно вас искать. Ну, Варя, в этот раз ты меня точно не найдешь. 1, 2. Мяуч, хочу, чтобы меня никто не нашел. 4. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю. Мяуч, почему ты меня не спрятал? Придется мне самой прятаться. 2, 3, 4, 5. Выхожу играть, выхожу искать. Вот, ты меня опять быстро нашла, Варя. Хм, здесь никого. Опять? Хм, так, один попался. Ага. Где же Маруся так хорошо спряталась? Эй, я тут. Меня что, вообще никто не видит? И не слышит? Мяуч, даже ты? Миша, я знаю, где Маруся. Вон там. Наконец-то, Варя! Она спряталась в магазине Эммы Карловны. Эмма Карловна, здравствуйте! Здравствуйте, дети! А Маруся у вас прячется? Нет, Варя, она сегодня даже не заходила. Привет! Эй, я тут! Смотрите, хочу стол! Надо же, какой сильный сквозняк! Минутку... Это что, привидение? Брось, Миша, привидений не бывает. Ух ты, где привидение? Покажите. Вы же меня не видите и не слышите. О, сейчас. Я же говорил, привидение. Так они думают, что я? Волшебство. Что ты наделал, мяуч? И где нам искать Марусю? Да я сам уже запутался. На
прохладно тут сегодня. Ой. А вы Марусю не видели? Нам в бассейн пора. Тетя Арина, мы в прятки играем. И Маруся очень хорошо спряталась. Когда найдете, передайте, что я жду ее во дворе. Бассейн, я совсем забыла. Иду, мам! Мам? Так меня никогда не найдут. Мяуч, я больше не хочу быть невидимой. Ну почему даже ты меня не слышишь? Где же Маруся? Может, ее привидение утащило? Да никакое я не привидение! Смотрите! Ой-ой-ой! Я теперь мяуч летающий! Маруся, отпусти меня! Раз, два, утро, три, четыре, пять. Это же наша считалочка. Откуда привидение ее знает? Миша, это не привидение, а наша Маруся. Да, мяуч? Да, она просила ее спрятать от вас. Так верни ее скорее. Не могу. Маруся сама должна сказать свое желание. Маруся, подай нам знак. Хочу стать видимой! Чуч-мюч, урлык-мурлык, исполняю конкурс! О, Маруся, вас уже нашли? Ура, вы меня видите? Конечно, Маруся. Маруся, ты сегодня чемпион по пряткам. А вы слышали, что у дворника летающая метла? Попросим завтра покататься. Ура! Пузыри. Правильные пузыри в магазине не купишь. Вот мой особенный состав. О! Соревнование начинается. А вы слышали? Одна девочка надула большой пузырь из жвачки. И теперь мы все на нем живем. И я надую не меньше. Маруся. А теперь испытаем мой новый пузырь и туф. Невероятно, Варя. Миша, держи. Эх, Вару с Марусей не победить. На. Ну вот, и весь пузырь. Миша, попробуй еще раз. Эх. Мяуч, мяуч. Сделай так, чтобы Мишин пузырь не лопнул. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю конкурс! О-о-о. Потрясающе, Миша! А вы в себя не верили? Жюри конкурса удаляется готовить приз! Ой, Миша! Ой-ой-ой, держите меня! Ой, все в мыле! Миша, мы сейчас! О, Миша летит к дереву! Мяуч, лови Мишу! Я занят! Мяуч, хочешь вкусняшку?
Огурчик. Перерыв на обед всегда кстати. Спасешь моего брата? Тогда угощу. Осторожно, не лопни пузырь. Вот так. Мяуч, не время играть. Не могу сдержаться, Маруся. Обожаю пузыри. А этот такой прочный. Ой. Мяуч, а как Миша смог надуть такой прочный пузырь? Может, он из какого-то особо прочного мыла? А может, его кто-то наколдовал? Варя, это я попросила. Я хотела, чтобы Миша поверил в себя. Эй, спасайте меня! Мяуч, помоги нам достать Мишу. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю волшебный! Много больших прочных пузырей. Когда мне уже дадут огурчик? Когда вернешь нас на землю. Голодный кот – плохой помощник. Ой! Ладно. Чуч, мяуч, фурлык, мурлык. Ну, попробовать стоило. Я уже исполнил сегодня два желания, и мое волшебство кончилось. А наше еще нет. Идея! Мяуч, неси мамин батут. Ну и тяжесть ваш батут. Это не батут, а гиря. На батуте прыгают. Круглый такой. С резинкой посередине. О! Ура, сработало. И что теперь? Прыгаем. Ой. Оп. Миша, давай! Нет, я здесь уже привык. Маруся, что же делать? Прыгать, конечно. Оп. Оп. О, что бы вы без меня делали? Дети, внимание! Пузырь Миши оказался самым большим. Поздравляю! Ура! Молодец, Миша! Оставь себе, Варя. У тебя классное изобретение. А мне же Мяуч помог. И тоже заслуживаю приз, между прочим. Мы все победили в прыжках на батуте. А это тебе, Мяуч, за решающий прыжок. Уморчительно. А вы слышали? Один мальчик так много прыгал, что превратился в пружинку. Хвостатая компания. Варюша, приглядывай за братиком. Ага. А ты, Мишутка, смотри под ноги. Не переживай, мамуль. Ой! Готовьтесь. Фотография появится на страничке зоопарка. Победителей конкурса ждет сюрприз. Отличная идея, Мяуч. А что это за зверь с раскладным хвостом? Я не зверь, а прекрасный павлин. Как,
мы тебе мяу-мяу-мяуч. Как дети с игрушечными хвостами. Точно, мяуч! Я хочу настоящие хвосты! Чуч-мяуч, фурлык-мяуч, исполняю толчками! Ого! Он шевелится! Вот это я понимаю, хвост! Спину выгибай, Маруся. Хвостом подруливай. Да. Грация кошки, ловкость картошки. Ой, что со мной? Миша, не спешите так. Семечек всем хватит. Ох, и шикарный хвост вы себе смастерили. Дети, а вот фрукты. Ну, только что были. А как оголодала бедняжка. Маруся, ну-ка вылезай из моей коробки. Я ее первый заметил. Мяу! Тысяча когтей. Воспитанные кошки на чужую территорию не покушаются. Какие талантливые дети. Это ж надо так войти в образ. Да постойте же вы минутку. Есть кадр. Ну просто чудо какое-то. Немедленно отправлю на конкурс. Чего вы так озверели, а? У меня, между прочим, тоже хвост имеется. Но я веду себя по-человечески. Мишутка, Варюша, пора обедать. Мамочка! Очень расстроится. Ура! Маруся, быстрей загадывай второе желание, а то нас мама к ветеринару отправит. Мяуч, мяу-мяу. Маруся, будь человеком, не морочь мне голову. Что мы натворили? Я поняла. Не важно, что у нас есть хвосты. Главное, не терять голову. Фрррр. Мяу, Миша, прости, что каталась на тебе. Это была совсем не я. Мур, то есть мир. Мир. Умопомурчительно. Человечность творит чудеса. Ура, мяуч, как же хорошо быть снова человеком. А если котом, то только таким, как ты, воспитанным. Сделай так, чтобы хвосты исчезли. Чуч-мяуч, фурлык-мурлык, исполняю толчками. Ха-ха-ха.
всем понравилось. Завтра пойдем в зоопарк. Мы выиграли билеты. Главный приз конкурса. Ура! Ура! А теперь домой обедать. А вы слышали? Один слон дотянулся хоботом до облака и улетел.